Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти, мы снова играем в Scrap Mechanic. И сейчас мы находимся на ночной марсианской карте от Тимура Муртазина. Построечку вы можете скачать в нашей группе ВКонтакте. В специальной теме «Ваши построечки». Ну а мы продолжаем осматривать эту постройку. Так, что же нам прислал Тимур? Он нам прислал марсоход и базу, на которую мы сейчас с вами поедем на этом достаточно прикольненьком марсоходике. Так. Давайте проникнем внутрь. Открываем двери. Забираемся. Кнопочка у нас, смотрите, автоматически повернулась внутрь, чтобы мы могли, допустим, выйти отсюда. Но если бы, допустим, мы остались снаружи, то попасть сюда уже было бы невозможно. Поэтому Тимуру небольшой советик. Делай две кнопочки и привязывай их к логическому блоку. Тогда у тебя будет дверь открываться с двух или далее больше кнопок. Так, окей. Что же у нас здесь внутри? Достаточно тесно, но я бы сказал уютненько. Так, есть цветочек, есть какие-то вот такие вот трубы. Это, скорее всего, какие-то батареи, либо я не знаю, что Тимур напишет обязательно в комментариях. Что же это такое? Что за кнопка? Кнопка открывает люк, чтобы мы могли катапультироваться из тесного марсохода. Окей, закрываем. Садимся за место водителя марсохода. У нас всего лишь одна кнопка, которая как раз таки и открывает верхний люк. Можно сделать было, чтобы еще и фары включались от кнопочки. Так, ну что же, мы можем ехать, в принципе, к нашей базе. Поворачиваем колесо и поехали. Смотрите, марсоход неохотно поворачивает. Чтобы он лучше поворачивал, лучше сделать, чтобы несколько осей у него были поворотными. Так, окей, подъезжаем к базе. Припаркуемся мы с задней частью. Так. Ух ты, нифига себе, я катапультировался. Ну ладно, будем считать, что мы нормально вылезли. Что же у нас за база? Достаточно большая такая база. Видно, что там горит свет. Есть кнопочка входа. Нажимаем кнопочку, давайте. И у нас открываются двери. И кнопка, смотрите, опять же повернулась у нас внутрь. То есть, если сейчас двери закроются. Так, двери не закрываются. Окей, закроем их автоматически. Вот кнопка у нас повернулась. Так, что у нас здесь? Вторые двери — это для шлюза. И что еще здесь у нас есть? Охранная сигнализация. То есть, если к нам попытаются проникнуть, ну, их ждет большой сюрприз. Лазерная решетка. Окей. Отключим, чтобы у нас было меньше шума. Так. Тут вот тоже какие-то запчасти валяются, скорее всего, от марсохода. И вот тут у нас, что я вижу? Здесь у нас скафандры. Также есть лазерные указатели. Но это, скорее всего, просто индикатор лампочки. Есть какая-то панель. Кнопок нету. Окей. Что у нас там? Давайте, наверное... Куда? Направо и налево. Куда пойдем? Давайте сюда пойдем. Также есть кнопочки, видите, только с одной стороны. То есть, если бы мы закрыли кнопку с той стороны, уже вряд ли ее можно было бы открыть. Поэтому, Тимур, ставь две кнопки. Давайте посмотрим, можем ли мы это быстренько исправить. Если это сложно, конечно же, не будем. Так, что нам нужно для этого? Найти, куда ведут у нас подшипники. Подшипники у нас ведут... вот сюда. Окей. Что мы будем сейчас делать, Тимур? Мы будем ломать твою постройку. Так, это убираем. Заменяем. Так, на самый легкий блок. Ну, это не обязательно, но мы поставим самый легкий. Естественно, мы его покрасим в серый цвет. По-моему, это вот такой цвет. Нет, это даже светлее. Светлее, вот так вот. И нам нужно поставить какую-то ручку, открывающую двери. Так, либо кнопку, вот обычную кнопку. То есть она, в принципе, здесь тоже подойдет. Но давайте посмотрим, как будет выглядеть, к примеру, если мы поставим такую, но не на дверь. Так, давайте смотрим, как же у нас получится. Это нам придется снова удалить блок. Так. Окей.
По-моему, нормально. Красим. Серый цвет, она сливается замечательно. Смотрим, куда у нас повернуты подшипники. Подшипник у нас здесь. Что нам нужно еще? Нам нужен логический блок, ребята. Давайте возьмем самый простой логический блок. Нам даже он не нужен, ребята, он даже нам не нужен, потому что эта кнопка у нас получается сразу на две стороны. Че я парюсь? Так, окей. И сюда. Не понял. Кнопка, иди сюда. Непонятно, ну у нас же тут стоит. Все нормально. Почему у нас не получается? Тут-то у нас открыто. Так, лампочки горят. Здесь у нас подшипник. Здесь у нас зачем-то сенсор. Непонятно зачем. Почему у нас не подключается кнопка? Так. Ну, сюда тоже она не подключится. Так, окей. Давайте пойдем вот по этому лучу и посмотрим, куда у нас здесь все привязано. Вот здесь что-то на потолке есть. А здесь уже есть, ребята, логический блок. То есть, в принципе, мы его можем удалять. Вот этот блок. Извини, Тимур, что я тут со твоей постройкой, мы еще и не до конца посмотрели, а я уже ее ломаю. Окей. Теперь мы должны подцепить, в принципе... Нифига, мы что-то не то удалили. Она у нас идет на вторую. Ох ты мать, я думаю, что мы тут что-нибудь испортим. Восстановить будет невозможно, придется перезаливать карту. Так, ладно, давайте пробуем еще разочек. Все, закрыли. Так. Так, хорошо. То есть, смотрите, мы открываем. Датчик срабатывает, что дверь открыта. Понятно, что сенсор у нас влияет на красную. Поэтому нам что нужно сделать, чтобы у нас при открытии загорался зеленый свет? Нам нужен все-таки нужен логический блок. Так. Логический блок. Давайте все-таки возьмем, у нас уже взят стандартный. Наверное, больше мы не будем ничего ломать, потому что... Так вот мы сделаем. Покрасим его. Какой цвет? А мы пока не будем красить. Так. Так, вот у нас открыто. Так, у нас закрыто. Ну, все-таки, наверное... Придется покрасить зеленый свет. Давайте. Зеленый свет. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Ну, мне кажется, тоже, в принципе, ничего. Ну, все, мы больше ничего не будем ломать. Давайте уже пойдем смотреть на построечку от Тимура. Тут также кнопочки. И здесь у нас кнопки отвечают, смотрите, за ставни. То есть, если на улице буря, мы закрываем все ставни, чтобы стекла у нас не разбились от камней. Вот так это все работает автоматически. Постепенно закрываются ставни. И нас, в принципе, не пробить. Так, что у нас здесь? Есть сенсор, открывающий дверь. Это какая-то комната управления. Есть компьютер, есть тут у нас что? А, это, ребята, медицинский блок. Я не сразу понял, вот по этому окошечку можно было, в принципе, догадаться, что это медицинский блок. То есть это рентген-аппарат. Да, человек ложится. Так, я опять хочу испортить постройку и сделать, чтобы сюда можно было ложиться. Давайте найдем нужный блок. Так. Так. Так, так, так. Как мне отдалить? Отдалить себя нужно. Так, хорошо.
Почему я не могу отдалить себя? Так, давайте смотрим еще раз. Я понимаю, что вам мешает затылок, но... Короче, ну мы ложимся, но нам что-то не дает. Так. Я застрял. Давайте ставим туда блок и туда перемещаемся. Окей. Значит, у нас не получается увидеть нас со стороны. Я вообще не могу себя приблизить сейчас. Так, если мы садимся сюда, то все получается нормально. Почему-то, когда мы садимся туда, мы не можем отдалить. Окей, давайте выйдем. Эх, пусти меня дверь. Я вышел. Делаем все-таки вид от первого лица. Убираем все из рук, чтобы нам ничего не мешало. Значит, это у нас медицинский блок. А здесь у Тимура стоит нормальная дверка. Вернее, нормальная ручка на дверку. Здесь у нас спальный отсек. То есть есть кроватки. Мы можем лечь, да, опять не видим себя. Есть унитаз, это здорово. Также есть свет, везде есть свет. Здесь душевая. К сожалению, мы не можем туда встать. Что-то нам не дает сюда пройти. Скорее всего, вот это стекло. Но мы можем... Опять же, я порчу постройку. Можно попробовать поставить вот такой вот. Или вот такой вот. Давайте смотрим. Сюда не ставится. Если мы поставим вот эту... И опять же, я себя не вижу, вообще не вижу. Почему? Непонятно. Так, окей. Что-то странное творится, я себя не нахожу. Так, окей, ладно, что мы здесь еще можем найти? Ну, так выглядит все достаточно прикольно. Единственное, лейка есть? Лейка есть. Просто замечательно. Идем дальше. Здесь мы все видели, ложиться мы можем. Это у нас шкафчик. Есть подъем на второй этаж. Пошлите. Что же у нас на втором этаже? Комната управления. Есть стульчик. Поворачивается. Все замечательно. Есть вот такой вот планшет. Это у нас, скорее всего, тут высвечивается какая-то голограмма карты. Множество проводов. Здесь также сиденье и... О май гад, сколько кнопок. Скорее всего, они отвечают за все двери. Так, что происходит? Я не знаю, но что-то, ребята, происходит. Короче, это управление всей базой. Вот. Так, тут мы были, здесь кондиционер, здесь все такое, свет, все замечательно. Давайте спускаемся. И идем туда, где мы еще не были. Это у нас жилой блок. Выходим. И идем направо. Что у нас здесь? Здесь у нас опасность. То есть здесь у нас тоже какие-то системы управления. То есть я вижу сенсор. За что-то он отвечает. Закрываем. Здесь у нас стоит генератор. Давайте включим. Вот так вот вращается баллон. Скорее всего, тут стоят какие-то фильтры воздушные. И смотрите, что у нас здесь. Здесь у нас... оранжерея, где выращиваются фрукты и овощи для питания жильца этой базы. Также вращается вентилятор, чтобы обдувать их. И горят вот такие вот светодиоды мультиспектр. А здесь у нас экспериментально биколор. Красный и синим подсветочка идет. Что у нас есть еще один рычаг? Он открывает ставни. То есть, когда солнечное освещение... В принципе, лампы нам будут не нужны, и освещение как-то должно отключаться. Окей, идем дальше. Здесь у нас дверей нету, я так понял. Выключаем, выходим. Также сенсор. Так, здесь блока нету, скорее всего. Вот, двери закрываем. Блока нету, скорее всего, Тимур у нас... попал туда и закрыл за собой двери и не смог выйти. Окей, закрываем двери здесь. И, в принципе, мы можем выходить на улицу. Так, открываем.
Открываем, открываем, открываем. Ну-ка, странно, это странно. Что у нас? Мы, скорее всего, вот что-то как раз-таки и отрезали, что нам открывает путь. Так, ну хотя вон он туда ведет. Что мы можем сделать быстренько? Так. Сюда. Кнопочка. Сюда. Так, я вообще не понимаю, что и как мне выйти. Но это понятно, что это у нас кнопочка должна открывать, а вот сюда у нас уже ничего не подходит. Поэтому давайте это тоже будем исправлять. Поставим нужное положение. Так. Есть кнопка. И давайте ее привязывать сюда. Откроет. Открывает. Все замечательно. Мы можем выйти из базы. А здесь у нас еще одна дверь. Так, а кнопки опять же нету. Но мы не могли столько делов натворить, чтобы все это сломать. То есть кнопка у нас, смотрите, она у нас осталась снаружи, и мы не можем отсюда выбраться никак. Что же нам делать? Нам нужна еще одна кнопка, чтобы отсюда выбраться. Такс, такс, такс. Ну, наверное, мы поставим такую же кнопку. Так, вот сюда вот. Так вот, кнопочку. Привязываем ее сюда. Она у нас не привязывается, поэтому отвязываем ту и привязываем. Так, так, так. Эту. Все. Все, мы можем выйти наружу. Лазеры нас разрезали. Так, это не тот цвет. Вот так вот. Все, мы можем закрыть базу и направиться в наш марсоход. Что ж, ребята, это была построечка от Тимура Муртазина, которую вы можете скачать в нашей группе ВКонтакте. Также в нашей группе ВКонтакте находятся различные моды для игры Scrap Mechanic. Ну а с вами был Висконти. Всем пока!